В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Безопасный двор». Наталья Денисова вышла погулять на детскую площадку с дочкой, и сразу обе оказались в гуще событий. Сотрудники госавтоинспекции Самары сегодня приехали на встречу с детьми и их родителями не случайно. На каникулах, когда ребята много времени проводят на улице, во дворах своих домов, бывают особенно невнимательны к дорожному движению. Дети играют вблизи парковочных карманов и подъездов, и порой из-за припаркованного транспортного средства у края проезжей части не видят проезжающий автомобиль, тем самым попадая в дорожные ловушки. Дорожная ловушка – это та ситуация, когда ребенок не видит опасности из-за кустов, из-за припаркованных автомобилей и начинает переход проезжей части, не осознавая опасности. Водитель в это время его просто не видит. Сегодня мы с детьми вспомнили основные правила пешеходов, напомнили детям о необходимости поведения на проезжей части в темное время суток и показали им патрульные автомобили, рассказали о нашей службе и немного их развлекли. Во время тематической игры сотрудники ГИБДД рассказали об особенностях безопасного поведения на улицах и дорогах летом. Разобрались с ребятами опасной дорожной ситуации как для пешеходов, так и для водителей. Это очень хорошо, да, чтобы подрастающее поколение знало, как нужно себя вести на дороге. И обезопасить себя, и взрослых, и напомнить взрослым о том, что нужно приходить правильно в дорогу и на самокате, и на велосипеде, и пешком. Сотрудники ГИБДД рассказали об эффективности использования световозвращающих элементов на одежде и важности выбора безопасного места для игр. Кстати, фигурки из световозвращающей бумаги дети вырезали сами. Также активно отвечали на вопросы полицейских и показали хорошие знания ПДД. Мальчишки и девчонки получили не только массу положительных эмоций, но и повысили уровень дорожной грамотности.